Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня с вами Дмитрий. Добро пожаловать на мой канал. Мне ужасно захотелось с вами поделиться нюансами игры рок-н-ролла на гитаре. В музыкальных учебных заведениях такой стиль не разбирается, либо крайне вскользь. А в электронном виде, в интернете много информации, которую приходится собирать по разным электронным углам. Поэтому я решил освещать вместе с вами нюансы игры рок-н-ролла на гитаре. Скажу сразу, что одного видео будет недостаточно для того, чтобы играть рок-н-ролл ловко и весело. Но я буду разбирать постепенно, шаг за шагом, разные фишечки. И у нас получится большой цикл видео, посвященный, как играть рок-н-ролл на гитаре. Поэтому сразу рекомендую вам подписаться на данный канал, чтобы не пропускать наши занятия. Я разделил рок-н-ролл на 4 составляющие. Ритм, гармония, мелодия, туда же мы вставляем сольную игру, и подача или харизма исполнения. И эти 4 составляющие не обязательно в равной доле составляют идеального исполнителя. Вспомним хотя бы одного из братьев группы AC/DC Малькольма Янга, который являлся прекрасным ритмистом, но при этом, возможно, и никогда толком не играл сольные пассажи и не отличался сверххаризмой. Другой пример – это Чак Берри, который в своей игре акцентировал внимание на сольной игре и на эпатажности, на харизме исполнения. И в меньшей степени он, наверное, был ритмистом, хотя по молодости, конечно, он был классным музыкантом в целом. Еще примеры подберите самостоятельно, глядя на известных, каких-то менее известных исполнителей. Начнем с ритма. Ритмика в рок-н-ролле взята у стилей отцов-прародителей, а именно у блюза и ритм-блюза. Здесь у нас есть две пульсации. Ровный бит и шаффл. Посмотрите вот на эти примеры. Ощутили разницу? Шаффл имеет скачкообразную фигуру. Я часто сравниваю движение ритмики шаффл с движением поезда. И действительно, если посмотреть на вагоны 100-летней давности, которые имели по одной оси с каждой стороны, двигаясь друг за другом, у нас создается похожая ритмическая фигура. Вероятно, поезд и был настоящим прародителем ритмики шаффл. В нотации пишется так. Мы имеем триольную пульсацию, в которой вторую нотку мы выбрасываем. Первая и третья остается. Первая звучит за себя и за вторую по длительности. И вся фишка как раз вот в этой третьей нотке, которая выскакивает перед первым, делая некий такой музыкальный предход, создавая вот эту вот скачкообразную структуру. Далее идем в гармонию. По гармонии существует огромное количество литературы и исследований, но нам они ни к чему, потому что рок-н-ролл – это народная самобытная музыка, и изящные, насыщенные гармонии просто не использовались. 80% классических рок-н-роллов основаны на 12-тактовой блюзовой гармонии, так называемом блюзовом квадрате.
Также используются гармонии, схожие с нашими частушками, а также гармонии ближе к кантри-музыке. Получаем, что гармония в рок-н-ролле не является первостепенной, и даже используя один аккорд, соответствующий ритмикой, мы сможем получить вполне приличный рок-н-ролл. Далее, мелодия и сольная игра. Построение мелодии в рок-н-ролле очень схоже с построением мелодии в блюзе, а в блюзе это был некий рассказ под ритмичную музыку. В рок-н-ролле примерно все то же самое, только чуть-чуть поэнергичней. Солирование дает нам огромный простор для творчества, в котором можно использовать невероятное количество разных приемов, и мы посвятим этому еще не одно видео. С годами сформировались определенные узнаваемые стили, например, стиль Чака Берри, кантри-стиль, преджазованный стиль или стиль Брайана Зетцера, ну и так далее. И, наконец, подача, харизма, эмоциональность. Рок-н-ролл является живой, зажигательной музыкой. Советов я здесь давать не буду. Просто посмотрите, как работали, работают классики и исполнители. Просто получайте удовольствие, и во многом этого будет вполне достаточно. Друзья, мне обидно, конечно, что не удается в одном видео объять необъятное и рассказать про рок-н-ролл все. Но, с другой стороны, меня радует, что у нас с вами впереди огромное количество встреч, в которых мы будем изучать рок-н-ролл. Это будет здорово, весело и интересно. На сегодня я хочу вам сказать до скорых свиданий, классных вам гитарных пассажей. И следите за нашим видео. Мы будем играть рок-н-ролл с вами классно. Пока!